Петр Михин. Внукам о войне. Это мы, поколение времен войны, которые в смертельных боях и в тяжкой работе долго и трудно рождали тебя. День Победы. Теперь мы приветствуем тебя. Будь здоров и почитаем на веки вечные и на многие-многие столетия жизни человеческой, потому что в истории не было и быть не могло события и праздника радостнее, долгожданнее и дороже тебя. Были у нас и в ходе войны радостные дни, когда побеждали мы врага в отдельных боях и сражениях. Но радость окончательной победы несравнимая ни с чем радость. Она выше, сладостнее и приятнее любой житейской радости. Как ни покажется странным и даже кощунственным, но я скажу, что человеку, не испытавшему страшного смертельного боя и не окунувшемуся в победу в этом бою, не хватает вершины того вороха радости и удовольствий, какие испытывал он за всю свою жизнь. Радость главной победы не имела предела и конца. Она была бесконечной. Мы засыпали с ней, видели ее во сне и просыпались вместе с ней. 4 самых страшных и самых горьких в нашей жизни года ты, День Победы, был нашей мечтой, надеждой, избавлением и целью. Добывали мы тебя, вся страна, в жутких кровавых боях с немецкими фашистами на фронте и в непосильной работе в тылу.